Жители Нижнего Новгорода жалуются на плохую уборку снега во дворах. Некоторые даже выкладывают видео в интернет о том, как им приходится преодолевать огромные сугробы. На один из таких сигналов с улицы Вологде на 4 администрация Прёкского района отреагировала практически незамедлительно, прислав группу дворников и техники. Но даже это, по словам начальника отдела благоустройства, не гарантирует того, что снег будет убран и вывезен. Заранее расклеенные объявления на подъездах и оставленные под дворниками автомобилей дают неполный эффект. Не все жители свои машины убирают. Кого-то просто нету дома, уехали куда-то. Некоторые просто это делать отказываются по непонятным причинам. Ну, лень выйти, машину переставить. Или для них это какое-то экстремальное неудобство. Вот. Поэтому приходится сначала транспорт эвакуировать, выставлять из двора эвакуатором, что занимает основное время. Ну и уже потом двор вычищается.